Конечно, когда я вижу, что берут блогеров, очень обидно. Очень, ну честно скажу, очень обидно. Да, я понимаю, что у блогеров тоже могут быть проблемы. Это правда. Но если ты блогер, то у тебя есть деньги. У тебя есть деньги на психолога. Не знаю, все равно как-то для меня блогеры это все равно те люди, которые изначально хайпуют и которые изначально хотят быть в центре внимания, да? Вот, поэтому мне так, блин, обидно, что я единственная, как будто бы пацанка, которая реально так это все важно, которая так близко к сердцу все воспринимает. Хотя это же даже уже не наша съемочная группа снимает. Это правда, это уже же даже нас не касается. Но по сути это меня не касается. Там все по сценарию. Девочки, начиная с 7-го сезона, говорят по сценарию. Это же уже не про нас. Почему я так переживаю, бля?